Сегодня для актюбинских школьников прозвенел последний звонок. На церемонии празднования окончания очередного учебного года, прошедшей в Назарбаев интеллектуальной школе физико-математического направления, побывала наша съемочная группа. В этом учебном году школу заканчивает 158 выпускников. Из них трое претендуют на Алтынбельги, 15 на аттестат особого образца. 50 учеников ожидают приглашения в Назарбаев университет. 12 выпускников уже являются обладателями образовательных грантов университетов ближнего и дальнего зарубежья. В этом году школа пришла с огромными достижениями. 11 учащихся нашей школы стали призерами Республиканской олимпиады. Школа является одной из лучших олимпийских школ в республике, поэтому сегодняшняя линейка для нас особенная. По традиции, в рамках мероприятия состоялось награждение по номинациям «Лучший ученик года», «Лучший учитель года» и «Лучший шанарах года». Кроме того, были награждены призеры Республиканской олимпиады. Для будущих абитуриентов этот день вышел весьма волнительным, ведь в последний раз, перешагнув порог родной школы, они вступили во взрослую жизнь. Я благодарна своей школе за знания, которые мне дали, своим учителям. Хочу сказать вам большое спасибо. Я очень рада, что я обучалась в этой школе. Хочу пожелать вам всего наилучшего в жизни. И хочу поздравить выпускников моей школы и желаю вам, чтобы ваши мечты сбывались. Искреннюю благодарность педагогам выразили и родители выпускников. Я хочу от себя и от лица родителей нашего 12-го G поздравить всех мам, пап с таким знаменательным днем. Желаю нашим деткам счастливого пути, чтобы у каждого у них сбылась своя мечта. И особую благодарность хочу выразить администрации школы, директору школы. Также нашему замечательному куратору Татьяне Викторовне, которая все время, столько лет, 6 лет заботилась о наших детях, дарила им свое тепло, как бы подсказывала в чем-то, оберегала их. Огромное ей спасибо. Мы ее все любим. Не то, что дети и родители привыкли к ней, не знаю, как будем без нее в дальнейшем. Но в любом случае спасибо этой школе. Школьники подготовили яркие концертные номера, песни, танцы попурри, игра на домбре. Не обошлось и без традиционного вальса выпускников. Трогательную песню исполнил выпускник Алишер Шантимир в дуэте со своим отцом, известным композитором Аймуратом Мажикпаевым. Время пришло, вот и с тобой нам попрощаться пора. Школьный звонок нам прозвенел. Впереди вручение аттестатов и нелегкий выбор вуза. Для ребят пришло время найти любимую профессию и свою дорогу в жизни. Анастасия Евсеева, Жанна Дельсагиев, телеканал «Актюбе».